Ну а здесь, дорогие друзья, я продолжаю свое путешествие, в принципе, по нашему Исанскому району. Рассказываю, был на почте, был в каком-то магазине подарков под старый Новый год. Купил моим друзьям подарки, которым должен пойти, так как не успел их навестить в период новогодних праздников. Что у меня такие... встречи выходных дней ожидаются. И сейчас хочу заглянуть в белорусский магазин. Посмотреть, что уже здесь есть у нас такое, чем можно было бы поживиться в офисе этим вечером. Потому что нужно монтировать репортажи. А кушать хочется, дорогие друзья. И там мои дорогие сотрудники тоже меня ждут. Мы любим во время рабочего процесса параллельно вот так вот завтракать, ужинать. У нас всегда в холодильнике есть что-то такое аппетитненькое, в принципе. Мы заходим в белорусский магазин сейчас и вот так вот будем... что-то выбирать.